ветер на душу. Ну-ка, ну-ка, прибавить подбежи, сделай громче, сделай для души. Как-то так, чтобы гремели уши, да вот так, от души душевно в душе. Ау, выкатывается дворов. Я сжимаю челюста, как аллигатор. На спидах отведы ваш фанат, где взялись эти тупых зевак. Ибо такие всегда спектакли, вместо хатки подавать. Неважно, кто кого не любит, главное бахай повесрать. Чоу, гад, кликай на стоп, парень, все, хватит. Нет рекламы, значит, кричи, андер. Либо с модным танцем, логотип Сбербанк. Как бы мне стать таковым, а каждый ты ломай башню. Зло и гнев, все по пизде. Обман на кэш тупых людей. Тут в ОПГ в 13 лет. Серьезней всех я держу смех. Пугает Дэвс, как бугимен. Мол, нету дел, подкинет вес, который вез верхом в отдел. Ведь возит это каждый день. Эй, бандит, дайте выйти! Стоп, как душа, где брать? Будут ныть, как дети в фиксе! Стоп, как душа, где брать? Эй, бандит, дайте выйти! Стоп, как душа, где брать? Эй, бандит!
что ты там секунду, подождите, я сейчас, сейчас вернусь. Спасибо.
40 секунд ожидать. Секунду ожидания.
Граждане, я посмотрел вашу запись, и у меня вопрос. Почему при откате тормозов вы не приняли крайнее правое положение, а стояли в левой полосе? Хорошо, я вас понял. Вы не могли смотреть, я вас понял. Так, секунду, подождите. Я вас понял, сейчас я... Будем разбираться с другим гражданином. Почему он держит в спорте? Добрый день. Что, ДТП? Что, полицай тут, не тут? Здравствуйте. Почему у вас не была включена аварийная сигнализация? Извините, пожалуйста, вас перебью все. Вы эту схему сделали, ДТП? Сотрудник, вы меня слышите? Так точно. Ну, скажите, вы схему ДТП сделали? Есть видеозапись видеорегистратора. Ну, машину, пожалуйста, уберите с проезда, потому что это очень сильно мешает движению, как бы на обочину. Представьте, раз схема сделана и зафиксирована в СТС. Потому что реально, вы не можете просто убрать мотоцикл на обочину по с нами, чтобы он не создал помехи движения, хорошо? Это еще кто-то видит. Граждане, можете убрать машину на обочину? Гражданин, судя по записи, которую вы предоставили на мотоцикле, вы двигались с превышением скорости. Почему не остановились, увидел помеху? Вы должны были увидеть помеху на той полосе, которую вы двигались. Вы не остановились. Не сработали назад? Хорошо, почему тогда использовали транспортное средство неисправными тормозами, а? Вы хотя бы могли объехать, да, это не действительно. Действительно, почему, если тормоза даже не сработали, почему вы не объехали препятствия? Если у вас врезались тормоза, пострадали, почему вы эксплуатировали неисправное транспортное средство? Вы должны были заехать на СТО, но вы двигались в сторону Невского. Хотя сзади есть станция техобслуживания. Нельзя эксплуатировать транспортное средство неисправными тормозной системой. Независимо от заказа, не заказа. Это запрещено правилами дорожного движения. Вы создаете аварийную ситуацию. Вот из-за вашего небдительности произошло ДТП. Секунду ожидайте.
в данном ДТП вы виновны, поскольку вы не остановились, точнее, эксплуатируете транспортное средство, неисправно тормозной системы. И вы не смогли остановиться, увидев преграду. Данный гражданин трогался с места, поскольку у него заклинило тормоза, он не смог сдвинуться мотоцикл с места. Он исправил эту неисправность, включил аварийную сигнализацию. Когда двигался, он выключил аварийную сигнализацию, и вы налетели на него. Так что, Женя, оплатите вот этому гражданину, водителю мотоцикла, ремонт. Ну, вы понимаете, ожидали, не ожидали, это вы должны следить за дорожной обстановкой. Но если здесь масштабно ДТП были или пострадавшими, например. Понимаете, вы могли бы сбить насмерть человека. Вы должны были соблюдать безопасную скорость, чтобы, если увидели препятствия, могли остановиться. А во-вторых, вы используете транспортное средство неисправной тормозной системы. Так что, гражданин. Понимаете, вообще придется ставить препятствия. Требуется еще моя подпись гражданина. С этим гражданином придется еще составить протокол, сколько эксплуатировано с неисправным тормозной системой. Хорошо, можете быть свободны, можете свои дела. Да, можете и. А вы, граждане, задержитесь. Суточный заряд настроения вместе с радио. Гражданин, предъявите вашего диспенсера. Подождите. Гражданин, я сейчас вас проверю, нет ли у вас нарушений ПДД, кроме нарушения статьи 12.5.
Да, у вас не зафиксировано нарушение, кроме нарушения статьи 12.5. Управление неисправным транспортным средством. Давайте сейчас мы составим протокол. Гражданин. Хорошо. Ну, я вас предупреждаю, что 5.12.5 это не управление неисправным транспортным средством. Штраф за нарушение статьи 12.5 полагается в размере 3000 рублей. А за что это был штраф? Желательно, конечно, наличными. Можете оплатить наличными, это все на месте. Можете и в банке, по желанию. Желательно на месте, потому что ставим протокол. Я вместе с протоколом эту сумму денег отдаю начальству. Они считают там, сколько штрафов и так далее. Ну ладно, я поехал. Да, хорошо, если через банк, то через банк. Хорошо, я вам выписал предупреждение.